В Актобе инвалиды-колясочники не могут попасть в реабилитационный центр, потому что в здании нет пандусов и лифта. При этом госзаказ на оказание специальных услуг получил общественный фонд «Актобе-Дамоа», который до конца года должен обслужить 440 инвалидов. Сегодня в центр приехали 4 актюбинца на инвалидных колясках. Все они паралимпийцы и нуждаются в оздоровлении. Но преодолеть препятствия и попасть в здание удалось только одному из них. Я заказала инватакси, приезжаю и попадаю в такую ситуацию, что, оказывается, пандуса нету. И еще более того, что на первом этаже пандуса нету, там услуги оказываются на втором этаже. Один человек меня не поднимет. Там нужно минимум 4 человека, да? И мне приходится выползать со своей коляски и заползать на коленках. Выходит, что ответственные лица, которые должны были заботиться об инвалидах, на эту проблему закрыли глаза. Впервые на социальную реабилитацию людей с ограниченными возможностями из бюджета выделили больше 42 миллионов тенге. Тендер выиграл местный фонд «Актобе-Дамоа». Его представители так и не смогли ответить, почему не адаптировали здания под нужды колясочников и в итоге ущемляют их права. По их словам, здесь делают бесплатный массаж, ЛФК, есть помощь психолога. Вот только людей обслуживают в неприспособленном помещении, хотя в техспецификации есть соответствующие требования. Инвалиды требуют обеспечить им беспрепятственный доступ на реабилитацию, но в управлении соцпрограмм, которое является заказчиком услуг, заявили, что к ним еще никто не обращался с жалобами. Мы видели это здание, мы им сделали замечание, чтобы они устранили и подобрали другое здание. Они обещали нам устранить.